Здравствуйте, дорогие друзья! Я бы вам хотел показать, как на шестиструнном строе можно сыграть песню Высоцкого «Маски». Значит, эту песню я предлагаю играть. Сыграть, допустим, с аккорда CM. Бой у нас, значит, так, бой у нас такого плана будет. Это чисто бой Высоцкого, хотя он добавлял средний палец, вот, чередовая удары по струнами, по струнам с указательным, чередуя, вернее. Но это, наверное, сложно, особенно новичкам повторить. Так что можно ограничиться двумя пальцами. Вот. И, значит, и сами аккорды. Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал, меня должно быть ловко разыграли. Крючки носов и до ушей оскал. Видно, я думаю, прекрасно. Как на венецианском карнавале вокруг меня смыкается кольцо. Меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо. Вот этот вот... FM можно и здесь взять. Все, вероятно, приняли за маску. Петарды, конфетти, но все не так. И маски на меня глядят с укором. Они кричат, что я опять не в так. Что наступаю на ноги партнерам. Что делать мне, бежать? Да поскорей. Вот, значит, потом тут два варианта: либо так, а может вместе с ними веселиться. Вот, или так. Что делать мне, бежать да поскорей, а может вместе с ними веселиться. Надеюсь, я под масками зверей, или так, вместе с ними веселиться. Надеюсь, я под масками зверей. У многих человеческие лица. Все в масках, париках, все как один. Кто сказочен, а кто литературен. Сосед мой слева грустный орликин, другой палач, а каждый третий дурен. Один себя старался обелить, другой лицо скрывает от огласки.
А кто уже не в силах отличить свое лицо от непременной маски? Я в хор вступаю, хохоча, но все-таки мне неспокойно с ними. А вдруг кому-то маска палача понравится, и он ее не снимет? Вдруг Орликин навеки загрустит, любуясь сам своим лицом печальным, что если дурень свой дурацкий вид, так и забудет на лице нормальном. Вот, значит, тут, в принципе, можно сделать переход. На ДМ. За масками гоняюсь по бедам, но ни одну из них прошу открыться, что если маски сброшены, а там все те же полумаски, полулица, я в тайну масок. Вот, значит, пропустил один куплет. Лица, как доброго лица не прозевать, как честным угадать, как честных угадать наверняка мне. Все научились маски надевать, чтоб не разбить свое лицо, а как? Я в тайну масок. Ну, тут можно тоже сделать переход, хотя это не обязательно. На Е через аккорд H. Я в тайну масок все-таки проник, уверен я, что мой анализ точен, что маски равнодушны. Защита от плевков и от пощечин, что маски равнодушия у иных. Защита от плевков и от пощечин. Мизинец на второй строй. Все, ну, надеюсь, видео вам немножко помогло. Всего доброго, до свидания.